Всем привет! Сегодня опять распаковка посылки очередной. Выиграл посылку за 1300, это уже вместе с доставкой. Там у нас битмановская Sega, ну клон сеговский от Битман, причем ранняя ревизия. Вот, сейчас покажу, кто-то вообще за ними охотится, хотя на тот момент... На аукционе, конечно, большая ставка, самая высокая была там 1500, но потом ставку из-за того, что неправильно поставили, убрали, сделали ставку дешевле, я подождал все-таки и забрал довольно-таки по достойной, выгодной цене. Ну, давайте вскроем. Она у меня пришла от Елисеева Сергея Юрьевича, за что ему большое спасибо. Упаковался, посмотрим. Довольно-таки, ну, как бы недолго ждал, но вот вчера у нас был выходной на почте. Посмотрим. Вроде не кидали, надрывов нет. Потому что с этой почтой, особенно какая у нас, просто адовая почта. Постоянно посылки забирают, другие люди могут прийти спокойно, отдать извещение, забрать посылку или представиться, блин, каким-нибудь... Я друг, брат, сват получателя, и тоже забрать посылку. Так, ну, блин, запаковано. Так, давай. Вот как. О, ну ладно, коробку не будем оставлять. Так. Ну вот, правильно, упаковано хорошо. Так, о. Ага, да, тут не только тушка, тут еще и, по-моему, так, газету уберем. Ну, нормально, достойно упаковано. Так, это не на почте, так, надеюсь. Давайте все сначала выложим. Ой, так. Вот. На дне вот такая тоже хорошая пупырка. Да, нашей почте доверять нельзя. Все. Так, блок питания. Блок питания не оригинальный, но должен быть очень хорошим. Так, идет он 9 вольт, 1,5 ампера. От какой-то нашей русской, видимо, приставки, не приставки, но от какого-то русского агрегата. Тоже все упаковано. В принципе, упаковано все хорошо. Блок питания не родной. Немножко вот выбито, не знаю. Наверное, почта постаралась, да? Скорее всего, почта и... Вот. Ну, вскроем, в принципе, это не... Ну, как бы фигня, в принципе. Главное, чтобы блок питания работал. А так у меня есть блок питания, конечно, сеговские. Дальше смотрим. Так, смотрим. Ну, на отдельный геймпад. Довольно-таки как бы в нормальном состоянии. Кнопки прощелкиваются хорошо. Крестовина. Ну, крестовина нормально. Так. Да, новодел 2016 года. Вот у меня есть такие же геймпады от приставки Sega. Там 75 игр в одном. Довольно-таки... Ну, неплохие для игры. Вот. Единственное, у них бывает иногда, что можно чуть-чуть не так нажать, он там по диагонали уходит. Вот, а так неплохие геймпады, кнопки хорошие, как бы хорошо прощелкиваются. Мне нравится. Так, дальше. Дальше провода. Провода. Такие вот обычные. Два тюльпана. Еще один геймпад. Тоже новодел, тоже в хорошем состоянии. Ну, комод. Да, причем, наверное, от той же самой приставки. Это уже 16-й год, по-моему, да, там. Да. Геймпады вообще отличные. Так, потому что геймпады сейчас смотришь, ну, более-менее нормальные геймпады, адекватные. Тоже это 250 рублей новые смотришь. Ну, нормально. Так, это нужно выкинуть.
и сама и гвоздь программы. То есть почему я все-таки выкупил? Вот он вырисовывается в сторону. Супер Битман 16-битный клон Sega Mega Drive 1. Так, тут в принципе ничего такого особого нет. Кстати, посмотрите внимательнее, вот я не видел и не спрашивал, на серийный номер 00517. То есть это получается, что первая тысяча партий, ну, первая тысяча от партии даже, ну, нет. Вот так, бомбы нет, но это, в принципе, посмотрим потом внимательнее, что с ним, как бы, по заявлению все рабочее, все должно включаться. Каких-то таких больших сколов я не вижу. Вот. Да, больших сколов я не вижу. Здесь у нас аудио-видео тюльпаны, РФ и DC. То есть, ну, на блок питания. Сам корпус тоже очень в хорошем состоянии. Тоже глубих царапин нет. Вот у меня есть один Битман. Ну, там, да, там есть такой довольно-таки, ну, неприятный, как бы, царапины. Вот. Такая вот тушка. Приятно. Ползунок нормально работает. Кнопки прощелкиваются хорошо. По поводу, почему за ними охота, вот, ну, как бы смотришь, иногда спрашивают, а есть или нет вот такие вот переключатели на твоем Битмане вообще, как бы, почему он должен цениться? Потому что здесь у нас есть переключение NTSC PAL и переключение Mega Drive либо Genesis. То есть, как вы видите, тут даже наклейка осталась, что довольно-таки нечасто. Попробую сейчас открыть. Да, вот они там. Спрятаны, правда. Пальцем на них можно достать. Вот один переключатель и вот второй переключатель. Вот я-то думал, они, конечно, тут будут сразу, но нет. Вот в таком довольно-таки хорошем состоянии. В обвесе даже с блоком питания. Пусть не родным, но он может пригодиться. Вот так вот мне пришел Битман. Ну, я повторюсь, где-то примерно 1300 там, плюс-минус 50-60 рублей. Вот. Даже наклейка вот эта вот осталась, которая покажет. Вот так вот. Универсальная картриджная система. Как вы думаете вообще? Ну, я думаю, что данная цена 1300 за Битман в хорошем качестве. Одна из первых, как бы, моделей, причем, ну, довольно-таки ранних. Как вот вы видите еще раз по серийнику, да? Ну как это? СК, я не знаю, что такое СК. Ну, 00517, наверное, вот этот серийник. Но довольно-таки ранняя версия Битмана. Битман супер. Вот так вот. Считаю, что довольно-таки, как бы, круто. И учитывая то, что сейчас за эту цену на Авито предлагают очень часто просто на отдельную Сегу кошмарного качества, там, ну, с овер дохренища просто игр. Вот. И взять все-таки стародельную какую-нибудь там того же Супер Битмана, ну, от Битмана Сегу, я думаю, разница есть и очень большая. Поэтому, ну, я доволен. Еще раз спасибо за посылку. Сейчас вот буду смотреть блок питания, проверять, это главное. И буду проверять еще там разъемчик, проверю, будет ли хрипеть или не будет при движении ползунка. Но это уже так мелочи, как бы. Вот, и проверю геймпады. Уже так проверю саму, как бы, работоспособность всей системы. Всем пока и подписывайтесь на канал. С вами был X-Joyce. До новых встреч!